Давайте, ребят, поедем на зеленом автомобильчике. На таком вот УАЗике зеленом. Вот мы его выбираем и едем на нем. Поехали. В пустыне будем ехать. Так, здесь нам предлагают сделать 3 кувырка на машине. Но посмотрим, посмотрим. Может быть, это не тот автомобиль, на котором можно кувырки эти делать. Надо первую тачку брать. Ладно. Посмотрим. Нет, она кувыркаться не будет, эта машинка. Нифига. Да, еще плюс я трассу эту особо не знаю. Все, едет машина наша. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Так я и думал. Очень такая управляемость у нее. Плохая управляемость у машинки. Ладненько. Так, уже полтрассы мы доехали. Ну, и сейчас будем же. Главное нам не перевернуться, вот что самое главное. А это сделать, в принципе, несложно. Ну, видишь, как она достаточно-таки высокая машинка. Ой-ой-ой-ой. Так, отлично. Сейчас уже. Смотри, у нас, получается, мы едем уже здесь, в этом месте. А, доезжаем мы, наверное, где-то. Пирамид-то не видно. А какие-то реки здесь. Прям в пустыне. Интересно. Ну, машинка классненькая. Прикольная такая. Зелененькая. УАЗик. Мне нравится машинка. Достаточно-таки она быстрая. Ну, есть, конечно, еще машинки еще быстрее, но... Неплохо, неплохо, все равно. Да, скоро до пирамиды едем уже. Смотри, пирамиды виднеются. Офигеть. Следующая серия будет, наверное, с пирамидами, это точно. Ну и все, ребята, мы доехали до финиша. $961. Давайте приобретем броню. Броню. Так, 500-ка осталось, больше ничего не можем прокачать. Ладно, побежали. У нас все равно энергии будет больше, чем в тот раз. Потому что я же говорил, да? Ты помнишь? Что если прокачиваешь даже броню, наш чувачок бегает быстрее. Опа, хорошо. Сейчас мы всех щелкнем. Вон еще стоят, смотри, зомбарики. Мне нужны деньги, мне нужно много-много денег, ребята. Чтобы прокачать нашего героя. Там осталось только прокачать-то у нас, получается, броню полностью и энергии еще куча на прокачке. Ну, зато мы, допустим, катку пробегаем, что-то улучшаем. Потом еще улучшаем. И таким способом мы, ребята, прокачаем полностью нашего героя. И потом сразимся, естественно, с хакером. Нам надо будет с ним сразиться. А потом в конце, я думаю, они все втроем будут против хакера. А, смотри, почему-то не использовался меч. Хотя я нажимал. Так, практически дошли до домика. Но энергия опять-таки тратится быстро-быстро. Да, не успели. Не успели, совсем чуть-чуть нам оставалось. $677 мы, ребята, заработали. Продолжаем играть в Brawl Stars. И у нас какая команда? А команда у нас Анита и... Ага, ага, ага. Не буду я читать названия игроков на английском. Непонятно, что там вообще, как оно переводится. Непонятно, что написано. Так, тут их двое. Нет. Они лишь там сховались, спрятались. Ладно. Где мой напарник? Напарник какой такой, знаешь? Сам по себе. Здесь само по себе не надо. Это командная игра. Вот видишь, его убили. А все из-за того, что он убежал. Так, этого я убил. Напарник вернется через 5 секунд. Так. Ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой-ой. Что-то у вас много здесь, ребята. Может, кого-нибудь переубиваю всех? Столкновение. Нифига себе, я всех поубивал. Удачно таки. А, меня убили. Так, возвращение через 12 секунд. А ты что там стоишь-то, а? Напарник, алло. Ты куда пошла?
Ну вот, ее убили. Не дождалась. Надо, конечно, всегда дожидаться твоего напарника. А не бежать напролом в одну харю на двоих игроков. Смотрите, ребята, какая игрушка у меня есть. Надо сдавливать машинки. Так, сдавили мы две машинки, получается. А, повысить уровень? Нет, спасибо, не надо. 115 монеток мы получили. Открыли какую-то новую тачку, получается. Ага. И что дальше? Ломаем. А, ну это мы и ломали. А где у нас новая тачка? А, вот зеленая какая-то, смотри, есть. Ух ты, как мы ее сдавливаем. Да, все, сдавили две машинки. Так, ладно.
И продолжаем машинки наши-то давить. Так, все, раздавили, так вот это зелененький. Здесь получается, надо будет еще улучшать сам пресс. Да-да-да, потому что сам пресс еще. Он получается у нас. Не все машинки может раздавить.